Леш, ну, первая официальная игра 2015 года позади. Сыграли в Липецке в ничью. Скажи, на твой взгляд, что получилось сегодня у «Факела», что не получилось? Что не хватило для победы? Скажу банально, не получилось выиграть. По-моему, у Липецка таких-то моментов не было, чтобы они наиграли на гол. А мы во втором тайме там... Ну, в принципе, я гол тоже, как бы, можно сказать, так, с течением обстоятельств получился. Но Серега Бутырин стандарт. Мичуренко потом, на скидку тоже, по-моему, был момент. И подходы были, конечно, второй тайм мы неплохо играли. Я думаю, что при... удачи, могли бы, в принципе, и больше очков. Как ты считаешь, сегодня мы одно очко приобрели или два потеряли? Объективно то, что отыгрались, получается, приобрели. К сожалению, традиция Липецка продолжается. Проклятие.